В столице Германии тем временем состоялась премьера документального фильма, который призван показать европейским зрителям, что на самом деле происходит в Донбассе. Лента называется «Фронтовой город Донецк». Автор – немецкий журналист Марк Бартоломай. Он собирал материал 2 года. Удалось показать и обстрелы со стороны украинских силовиков, и разрушенные дома, и работу спасателей, а также жизнь простых людей в этих ужасающих условиях. Нашей целью было вывести весь этот район из области абстрактного. Прежде всего, чтобы показать на Западе, что там живут не какие-то кровожадные сепаратисты и террористы, которые целыми днями бегают по улицам и расстреливают людей, а тоже люди, у которых есть мечты и желания, которым приходится бороться с этой ситуацией. То, что там происходит, это свинство, и мы все это знаем. Очень печально, что один народ, а я знаю людей из Запада, из Востока Украины, не может друг с другом поладить. Мне совершенно непонятно, из-за чего они конфликтуют. Это как если бы я приехал в Саксонию и сказал: мне не нравится ваш диалект, и вас всех надо тут перебить. В ближайшее время авторы планируют показать фильм и в других городах Германии, а также, возможно, в Австрии. Правда, есть сложности. Например, кинотеатр в немецком Гамбурге уже отказался демонстрировать ленту.